Временно запретить строить в зоне ЮНЕСКО. С таким предложением выступили ярославские активисты. Их поддерживает эксперт, почетный строитель России Андрей Воробьев. Инициативные ярославцы требуют ввести мораторий на новое строительство в зоне ЮНЕСКО. Точечная застройка в историческом центре, считают они, часто не только не соответствует облику города, но и уродует его. Нередки случаи, когда новоделы буквально втискиваются в уже сложившуюся старую архитектуру и разрушают ее гармонию. Запрет на новое строительство должен стать временным до утверждения новых регламентов и изменений в российском законодательстве. Пока не будет присутствовать градостроительная политика и не будет действовать федеральный и региональный закон по всей реконструкции, по строительству в старом историческом центре. Мы это совместно должны с общественностью этого вопроса добиваться, чтобы на Государственной Думе этот вопрос решался как можно быстрее. Полностью остановить развитие нельзя. Можно и даже нужно реконструировать объекты. Но очень аккуратно, чтобы не навредить и не испортить облик города, уверен Андрей Воробьев. При этом эксперт отмечает, что все проекты должны проходить через публичные слушания, чтобы ярославцы знали и сами решали, что можно менять в том или ином историческом месте, а что нет. Решить проблему точечной застройки можно только совместными усилиями. Беда нас объединяет, да, и укрепляет. Соответственно, мы должны объединить все усилия, то есть федеральные усилия, региональные усилия, городские усилия, с тем, чтобы, как говорится, единым фронтом выйти и решить эту проблему. Точную застройку, проблему реконструкции города, то есть благоустройства.